Это у нас раз, два, три, четыре. А что, по идее, мы должны почувствовать? Не знаю. Нет? Я не ожидал, что четверых нагрели. Смотрите, основная разница водской лодки. Все-таки площадь дна смачиваемого у нее меньше. У нее в обычном режиме, когда она идет, у нее как на рибе. Дно жесткое, она идет на фиксирующей доске, а борта в движении не утягивают. Ну, то есть она, ее рекомендована как для того, чтобы перевозить большие грузы с возможностью плиссирующего режима. Как нифиг делать, да. Ну, считай, вот, под десяткой. Сколько мы сейчас? Килограмм 200 получаем? Больше, 200? Больше, я 95. Я 110. Я тоже 90. Ну, то есть, под 400 килограмм мы сейчас шли, нагрузки полезные, да, не считая самой лодки. Ну, да. И это был глист. Вот. Он, он не быстрый, но... Не, ну 21. А? Это считай, это нормально. Уже все, это уже там с 16-17, да. Это уже... Вот, так что здорово. На самом деле великолепно.